Привет, мои хорошие! В этом видео покажу вам, как управлять клавишами громкости фотоаппаратом на телефоне Xiaomi. То есть, есть такой режим. Допустим, вы включаете приложение фото, а щелкаете затвором клавишами громкости. Это очень удобно. И это все можно настроить. В Xiaomi эта штучка специально предусмотрена. Смотрим. Заходим в шестеренку, в настройки. Ищем. Здесь приложение ищем. Вот здесь есть приложение. Заходим в системное приложение. Заходим в камеру. И здесь мы смотрим. Ищем. Функция кнопок громкости. Вот смотрите, вот сюда заходим. И здесь вот выбираем. По умолчанию у меня стоял таймер. Мне как бы таймер не нужен. Если нужен, я его включу. Я люблю, чтобы был снимок. Выбираю снимок. И у меня становится снимок. И теперь смотрите. Допустим, я запускаю фотографию. Что он напишет? Открытие приложений, камеры, доступ к папке. Карта. Ага. Вот. И теперь клавишами громкости щелк, у меня происходит фото. Щелк, еще фото. Щелк, еще фото. Классно же? Ну вот, теперь вы еще кое-что узнаете о Xiaomi. Будем снимать дальше. Что знаю, то вам расскажу. А вы ставьте лайки, пальцы вверх. Я надеюсь, это принесет пользу еще другим людям, кроме нас с вами.